Всем добрый день. Приветствую вас на трансляции полустарку. Сегодня я решил снова побегать берсерком и другими персонажами. Так, чуть-чуть звук в игре потише сделаю. Да. Вот. Сегодня побегаю по хранителям также. Вот, побьем кого-нибудь, что-нибудь как-нибудь. Сейчас разберемся, что куда. Грузись, игрушечка. Надеюсь, меня слышно нормально. Ну, Симблс так хорош, но вот игрушка немножко не оптимизирована, и даже на мощных машинах она себя не очень качественно ведет. То есть долгие прогрузки текстур. Вот он, наш берсерк. Сейчас я быстренько все сделаю. Вот и прогрузочки локаций и прочего. Качнем гильдию. Так, значит, проверяем квесты. Не туда, Джей. Атака хранителей. И, значит, надо взять квест. А, чертоги хаоса мне выполнены, остались хранители. Хорошо. Значит, так, зелье у меня есть, это у меня есть. Значит, на некросе, ну что лучше? Земля, огонь. Ага, огонь у меня есть, зажигательные гранаты. Нужна бомба самому, урон землей. Бомба самому мне одна, нужны припасы. Берем чуть-чуть бомб, я думаю, мне хватит. Сундучок кладем обратно. А, это нельзя передать, но хорошо. А лишнее выложим. А, блин, не туда я положу, не в ту ячейку. Крафты и материал у меня отдельно хранятся. Так вот, так вот. Так, первым пойдем бить некрасена, поэтому ставим бомбу самому на панельку. Хилки есть. Так. А вроде все, надо скушать еду. И идем на некрасену. Получим опыт, ну и просто будем улучшать наш скилл владения персонажем. Так, переходим в режим безрассудства, смотрим, где босс. Босс у нас вон там. Бежим вперед. Кто-то подключился к трансляции. День добрый. Надеюсь, сегодня нам страдать придется меньше, чем вчера. Потому что бой с этим боссом мне не сильно понравился, я его не очень люблю, но деваться, как говорится, некуда. Да, из-за его противности. Очень я люблю этого босса. Ай, вот он оставил нас без маны. Так, надо здесь бояться, что мы можем прохилиться и без банок. А ты зараза. Мобики маленькие мешают, надо их
вообще уничтожить. Ну, урон с ульты невысокий, к сожалению. Тем не менее, босса мы оглушили. Ай. Приходится, блин, позиционирование выбирать. Ай, это было больно. Прыжок раз. К сожалению, урон не в спину. О. Оглушили. Так, валим, валим, валим. Есть время для атаки. Это как? Да, видимо, я что-то не подрасчитал. Ну и бог бы с ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ты будешь делать, а? Бежим, бежим, бежим. Не попадаемся в электроразряды. Пускай за нами побегает. Ну, сейчас призовет маленьких скорпиончиков, и они очень противные. Надо их изничтожать очень-очень быстро. Делимся. Ой, какой противный босс, а. Вот эта вот ерунда электрическая. Меня очень сильно раздражает. О, она опять. Уничтожим скорпиончиков. Убегаем. Надеюсь, в спину. Отлично. Отлично. Быстренько. Так, убегаем. Да что ты будешь делать, а? Так, вроде всех скорпиончиков мы убили. Это хорошо. Бежим, бежим. Сейчас она опять нас будет пытаться долбануть электричеством. Отходим. Может, не будет прыгать? Ой, как мы ловко. Это мне нравится. Что ж ты, зараза такая, а? Ай-яй-яй. Подхилимся немножко. Сейчас мы чуть-чуть побегаем. Этот засранец за нами так и бегает.
Можно мне еще одну гранатку закинуть. Убить говнюка. Один. Все. Режим берсерка. Да что ж ты, блин. Животное противное. Клетка. Надо выманить ее из угла, там биться с ней неудобно. Давай, 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 иди сюда. Так, я не тебя звал. Уйди, мерзость. Быстро бежим. Отлично. Парился я с тобой, насекомое. Кажется, у нас сейчас будет плохо. Давай, 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 давай. Хил. Придется чуть-чуть побегать без берсерка. Ай. Попали, отлично. Классно. Просто замечательно. Ну иди сюда,
насекомое. А, она опять спряталась. Отхил. Валим, 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 валим. Да, сегодня будет дольше, чем вчера. Ой. Надо чуть-чуть пробегать. Да, некрасиво. Со смертями получилось. Вот так вот. Фух. Ну, немножко потненько. Берсерком. Ну, блин, у меня бижутерия, как я говорю вчера, у меня бижутерия плохая, у меня мастерство не нужно, мне нужна смертная сноровка. Вот. Но пока вот не получается собрать нормальный комплект, к сожалению. А давайте-ка мы сходим в чертоги хаоса, может там нам выпадет бижутерия с нормальными характеристиками. Потому что синяя бижутерия нам как-то не очень сильно нужна, она гораздо слабее. Потом сейчас ходим в чертоги хаоса, здесь фиолетовая. Может быть, что-то путное нам и попадет. О, блин, забыл билд переключить на чертоговский. Ну, ничего страшного. Я думаю, как-нибудь и так справлюсь. Ну, чертоги хаоса здесь, в принципе, просто мясо, я бы сказал. Поэтому прохождение не вызывает особых трудностей. Так, постоим, подождем, пока у меня откатятся скиллы. Можно будет переключить билд. 18 секунд. Ой, денек сегодня какой-то пустой, я не знаю. Ну, самоцветики упали, это хорошо. Самоцветики нам нужны. Самоцветики, они усиливают наши скиллы. То есть, вот, допустим, увеличивают урон от определенного скилла и сокращают время восстановления скилла. Это очень и очень полезно. Так, все, переключили билд на АОЕшный. Под чертоги. Сейчас будем разваливать.
Вот у нас есть вертушка нормальная. Вот так вот, да. Пойдем до босика. Чпокнем. Как всех раскидывает. Какая-то бижутерия упала, вот хорошо. Там у нас, к сожалению, пока не откатилось, поэтому будем использовать менее мощные умения. В принципе, тут этого более чем хватает. Продолжаем развал кабинетов. И добиваем. Так, из бижутерии выпала. Так, и серьга, да, больше ничего. Серьга на смертоносность, это хорошо. Так, открываем снаряжение. Сноровка 208. Нет, это нам серьга не подходит. Это же сноровка стойкость. Подавление искусности. Мастерство 171. Мастерство нам совершенно не нужно. Бижутерия не в кассу. К сожалению, бижутерия нам не в кассу. Ладно, может, в следующем этапе она повезет. В день можно отхаживать дважды. Чертоги хаоса. Чтобы получать отсюда награды. Но можно ходить также без них, потому что у интенданта чертогов хаоса есть некоторые вещи, которые можно обменять на валюту, которая здесь падает, если ты хочешь без энергии хаоса. Это различные гравировки и прочие плюшки. Менее значимые.
Бежим в следующий этап. Так, одну секундочку. Давайте, давайте, босс, собирайтесь вместе. Блин, неприятно, неприятно. Ну, неприятно, все это мы переживем. Ладно, этих мы бьем вот так. Колечки начали падать хорошо. Вот если колечко будет смертоносной сноровкой, будет вообще просто замечательно. Так, собирайтесь, собирайтесь, собирайтесь. Что ты будешь делать? К сожалению, портал не особый. Тут бывает то, что есть особый портал красный или желтый, там босс или шнюхлик. То есть мобик, они легко убиваются и дают золото в награду. Это очень и очень полезно. Ну, причем все пояснения и прочее я буду приводить, когда начну проходить Lost Ark именно вот в сюжетном режиме с самого начала. Я уже подумал, скорее всего, я буду проходить паладином. Ну, такое, наверное, более каноничное прохождение будет. Тем более, я люблю персонажей ближнего боя. Так что будем играть рыцарем. Хотя мог бы, в принципе, пройти сокрушителем. Для меня самый любимый, самый легкий класс. Вот. И мы бы с вами тогда не испытывали проблем. Не будем испытывать проблем в прохождении любой локации. Но я еще подумаю. Так вот, отличненько. Странно, что-то у меня домашний интернет отвалился по странному стечению обстоятельств. Надо посмотреть, секундочку. Послушаем музыку пока. Так, где у меня приложение провайдера? Опять, наверное, какие-то ремонтные работы проводятся на линии. Да. До 20 минут 10 по московскому времени, так полагаю.
у меня не будет домашнего нормального интернета. Это плохо, потому что мне сегодня еще Володу хрит вести. Так, итого, что нам выпало? Выпала еще какая-нибудь бижутерия, это я вижу колечко. А, ну это бижутерия, колечко у нас на искусность, это плохо. Колечко на искусность нам не нужно. Искусность, кроме как в PvP, в принципе, не требуется нигде. Это старая серьга. Сноровка, стойкость. Я бы поставил сноровку стойкость, но мне нужно много смертоносности. Так, сейчас сбегаем. Сбегаем к вендору, надо посмотреть триподы нужные. Может быть что-то заменить, усилить триподы на вещах. Тут на экипировке определенного ранга появляются триподы, которые усиляют наши скиллы. Вот, и когда ты выбиваешь, получаешь награду в тех же чертогах хаоса, либо еще где-то можно воспользоваться функцией замены трипода. Так, а билд я не поменял, да. Надо сменить билд, потому что это у нас основной билд на боссов и прочие сильные активности, поэтому усилять нам трипода лучше на этих вот скиллах. Так, тут ничего интересного. Тут ничего интересного. А здесь мы можем что-то заменить. Так, гранью мушу еще лава. Есть добивание. Так, ну-ка, дрожь земли. Ага, вот этот скилл можно будет взять. Значит, где у нас? Ага. Ага. Пойдет. Что у нас есть еще? Размах, казнь, слабое место. Ага, казнь, слабое место у нас есть. Возьмем на всякий случай правосудие палача, может у нас его нет. Да, правосудие палача у нас нет. Отлично. Дальше посмотрим, какие триподы мы можем заменить. Да возьмем, пускай будет, если что, заменим. Я уже точно не помню. Неохота опять билд переключать.
Ничего интересного. О, вот отлично, берем погибель. Шикарно. Этот скилл нам везде пригодится. Это нам нужно. Все, что могли, сделали. Отлично. Ну-ка посмотрим. Ага, замечательно. Так, все, шмот можно распылить. Так, надо пойти. Еще подкрафтить самоцветики. Барьер разрушен. Сначала некромант. Так. Вот гранила гнева, вихрь смерти. Штурмовой натиск нужен. Лотерея, мы играем в лотерею. Вот, пойдем. Ну, оставим вердикт колосса, время восстановления. Попробуем штурмовый натиск найти. Отлично. Так. А, у меня...
Чего у меня нету? А, нету у меня... Кровавого пламени, по-моему, у меня нет отката. Да, кровавого пламени нет. Мне нужно кровавое пламя. Просто сливаем серебро, тупо. Кажется, прокнет или не прокнет. Да что ты будешь делать? О! Все. Рывок тоже пойдет. Хорошо. Так, ну что, пойдем попробуем победить второго босса, Грессиона. Надо зажигательные гранатки поставить. Ну, как-то далеко забрался. Ну ладно, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Все бегут, 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 бегут. А агрессион там светит. Все бегут, 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 бегут к нему, бегут, 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 бегут. А он стоит. Здравствуй. Босс не слишком сложный, но не слишком сильный, но у него есть пара заморочек. Он начинает вокруг себя распространять ауру. Сначала аура будет вот замедляющая, а потом она будет обжигающая. Вот все замедление пошло. Что же ты будешь делать? Mm.
О, все, аура пошла. А сейчас больно будет. Отхил. Умирать я не хочу. Отстанет мне животное. Отлично, включили берсерка. Надо снять бафик, а то слишком много, иначе я буду просто стоять. Отлично, отлично. Ну, сбежал. Возможно, открещиться мне все равно придется, потому что хилки у меня кончились. Босса добить уже осталось немножко, в принципе, я думаю. Сейчас он должен в огненную стадию перейти. Вонючка. То он, блин, стоит на месте, то он бегает. Да что ты будешь делать? Отхил. Побегаем. Побьем его с расстояния.
Ты смотри, что он делает, три диска. Эй-эй-эй-эй-эй. Я тебе не разрешал меня бить. А? Один. Все, есть берсерк. Бежим пока чуть-чуть. И попробуем похилиться. Благо хилимся мы больше, чем нас бьет бафчик. Дальше колотить ему морду. Все-таки убил, гад. Блин, была бы хилочка. Вот мог без смерти пройти. Но чуть-чуть оставалось. Душа этого чудовища. А, и тут синяя бижутерия. Ну сколько ж можно? Я на фиолетовую рассчитывал. Так. Сейчас нам надо будет сходить в поместье, а потом перезайти. Нет. Или да. Или нет, или да. Не знаю, сейчас посмотрим.
Извиняюсь, тут немножко отвлекают. Завершились исследования. О! Улучшение особняка. Так, о, куча исследований. Так, извиняюсь, трансляцию придется ненадолго прервать. Вернусь где-то через полчасика.